И через два года чемпионат мира у нас в Москве и Санкт-Петербурге. Наши хоккеисты счастливы. Это новая команда, новая сборная. И уже бросил играть Широков, и он заводит трибуны. А это что? Но две, одна, все, летят вверх клюшки. Краги, блестящая победа. Это радость новых чемпионов мира. Они сделали это. Они сделали это на глазах миллионов болельщиков, на глазах нашего президента, который прилетел на эту игру. Блистательная победа в финале с